Юная певица из Самары Александра Канаева всегда мечтала попасть на детское Евровидение. Девочка начала заниматься пением в 5 лет. К 12 годам Александра – лауреат и гран-призер многочисленных всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и победитель телепроектов. Приняв участие в отборочном этапе детского Евровидения, прошла в полуфинал. Вообще, я не надеялась, что я пройду в полуфинал, но когда мы с мамой об этом узнали, мы с ней даже плакали от счастья. Конкурсанты присылали видеоклипы. Те, кто прошел в полуфинал, должны будут исполнить свою песню уже вживую на московской сцене. 30 сентября выберут лучшего. Он-то и отправится представлять Россию на международной арене. Она обожает сцену, она очень себя органично чувствует на сцене. Ей очень нравится контакт со зрителями, она просто подпитывается этими эмоциями, когда идет какой-то концерт, когда идут аплодисменты. Просто ее вот разрывает на сцене, она, ну, это ее, она этим живет. Сейчас полуфиналистка отборочного этапа готовится к выступлению. Два раза в неделю она занимается со своим преподавателем. За 40 минут отдается все, что можно отдать ребенку, да, и знания, и навыки, и энергетику полностью. Тем самым Саша отвечает мне взаимностью. Результаты полуфинала отборочного этапа станут известны после 10 октября. 19-й конкурс песни «Детское Евровидение» пройдет на сцене музыкального комплекса «La Sienne Musicale» в Париже. Ольга Хамракулова, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.